По случаю открытия перекрестных годов обменов между китайскими и российскими СМИ, посольство Китайской Народной Республики в Российской Федерации устроило торжественный прием для российских и китайских журналистов. И мы вместе отмечаем открытие перекрестных годов обменов между китайскими и российскими СМИ. А еще как будем поговорить о важнейших вопросах сотрудничества СМИ наших двух стран. Само понятие стратегическое партнерство между Россией и Китаем, оно уже стало таким обыденным выражением, которое часто применяется, и на него уже мы обращаем как бы меньше внимания. Но в действительности под этим уже устоявшимся определением лежит очень многое. И именно, на мой взгляд, начинающиеся или начавшиеся уже годы СМИ наших стран как нельзя лучше характеризует всю глубину этого термина. Происходит довольно интенсивный обмен официальными делегациями и группами журналистов. Однако нельзя не отметить, что потенциал развития сотрудничества очень велик. Нам предстоит усилить взаимодействие, чтобы найти ответы на новые вызовы и, возможно, выработать новые формы сотрудничества. Был самый неожиданный, оказывается, по-китайски русская пословица «мяч на вашей стороне» в исполнении переводчика звучал как примерно «лови кирпич». Мы знаем, что это наполнено только хорошего, позитивного смысла. Мы поймали китайский кирпич, его не уроним, его наполним нашим смыслом и содержанием и передадим его китайской стороне, чтобы он стал в основу, фундамент наших плодотворных отношений. Спасибо большое, всех с наступающим китайским Новым годом. Чтобы у перекрестных годов обменов был какой-то символ, публике был представлен логотип, на котором в дружеской паре изображены панда и русский мишка. Раз, два, три. После официальной части был фуршет, на котором собравшиеся подкрепились блюдами китайской кухни и обменялись мнениями по текущим вопросам.